Мариэлы Чувашии, республики Российской Федерации, расположенные в ее европейской части в среднем течении реки Волги, рядом с холмами Вятского Увала. Умеренно континентальный климат республик с теплым летом и не сильно холодной зимой, чистым воздухом и минеральными источниками обусловило нахождение здесь многих оздоровительных курортов. Республика Татарстан граничит с Марийской республикой и Чувашской республикой, где есть тоже замечательные здравницы. Профили этих санаториев основаны на том, что они используют природный лечебный фактор. Познакомиться ближе с красотой природы, гостеприимством этих республик, а главное, с предлагаемым курортно-оздоровительным отдыхом Чувашии и Мариэл, имели возможность туристические фирмы Татарстана. Рекламный тур был организован для того, чтобы менеджеры турфирм наших казанских и не только казанских смогли ознакомиться с санаториями и домами отдыха Марийской республики, Чувашской республики и нашей республики Татарстан. Республика Мариэл имеет множество достопримечательностей, в том числе многочисленные музеи, заповедные места, природные источники, глубинные прозрачные озера. Считается самым экологически чистым районом европейской части России. Вот почему санатории Мариэл являются столь привлекательными для посетителей. Да, эти республики немножко отличаются от Республики Татарстан. Марийская республика – это невероятные леса. Я думаю, что слово «марийка» для каждого казанца имеет определенную романтическую направленность. Конечно же, это река и ледь. Собственно, Марийская республика и славится своими водами, как лечебного назначения, так и просто, которые приятно пить. Поверьте, они шикарные на вкус. Одни из санаториев Мариэл, Кленовая гора и Лесная сказка, располагаются в красивейших уголках области. Кроме того, в километре от Кленовой горы имеется радоновый источник, богатый полезными элементами. Славится санаторий и минеральной водой, грязями, радоновыми ваннами. Санаторий Лесная сказка – это поистине сказочное место с живописной природой и прекрасным лечением. Получить достойный оздоровительный отдых смогут люди любого возраста. Республика Чувашия – весьма благоприятный для санаторно-курортного лечения и отдыха регион. Обладает привлекательными и разнообразными рекреационными ресурсами, оказывающими мощное оздоровительное воздействие на организм человека. Санатории Чувашии – они не только как санатории. Здесь просто прекрасно отдыхать. Бассейны, рестораны, дискотеки, вечерние развлекательные программы. Санатории Чувашии предлагают великолепный отдых и эффективное качественное лечение широкого спектра заболеваний – костно-мышечной системы, нервной и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения, кожные и аллергические заболевания. Оценить отдых не хуже заграничного в санаториях Чувашии сможет каждый. Прекрасное лечение, косметологические услуги, озонотерапия помогут подправить физическое и моральное здоровье. А комфортные условия для проживания, развлекательные программы сделают отдых и профилактику здоровья незабываемым. Чистые номера, уютные, комфортные залы. Замечательное питание. Типы питания у нас различаются. Может быть комплексное питание, заказное, или шведский стол, или даже ресторанное питание. Ведь лечение в санатории – это не только какие-то процедуры, это вечерние анимационные программы. Санатории Мариэл и Чувашии являются отличным вариантом организации отдыха с достойным лечением. Здравницами еще с советских времен накоплен огромный опыт лечебно-профилактического оздоровления, а современное оборудование пансионатов и высококлассный персонал вывел услуги санаторного лечения на новый уровень. Республики Мариэл и Чувашия – замечательные здравницы, где представлены самые современные виды оздоровления, а также представлен прекрасный отдых для детей и взрослых.